Дитячий садочок – зона комфорту, соціалізації та розвитку вашої дитини. Як же його правильно обрати? Саме з цим питанням звертаємось до гостей, які прийшли до нашої студії вже зараз. Це власниці приватних закладів дитячого типу. І ми сьогодні навіть будемо говорити про те, що це академія дошкільної освіти. Ось так ви назвали свій приватний заклад. Дуже цікава назва. І якщо ми, знаєте, говоримо про дитячий садочок, то ми можемо сказати, що він може називатись як завгодно, особливо, якщо дитину починають розвивати. Так? У нас сьогодні в студії Ніна Гавеля і Ольга Воронежська. Дуже рада вас бачити у нашій студії. З приводу дитячих садочків, взагалі, така тема надзвичайно серйозна, особливо для нашого великого міста. Бо для того, щоб записатися до дитячого садочку, потрібно чи не з народження це вже зробити. Дитина лише народилася, а ви вже повинні піти і стати в чергу. Ось така ситуація у нас склалася. Як ви думаєте, що спровокувало її, чому вона такою сталася і як знайти вихід, що нам зараз робити? Я маю на увазі тих батьків, які занепокоєні, ситуацію, яка склалася. Будь ласка, давайте, пані Оля, з вас почнемо. Спасибо большое, приятно очень, что мы здесь сегодня. Я думаю, что в нашей стране такая ситуация сложилась по многим причинам. Ну, в принципе, мы, скажем так, молодая страна, и нам есть смысл брать пример с других стран и смотреть, как у других происходит. Я думаю, что то, что есть частные вот такие вот детские сады, как наш, это очень хорошая альтернатива для обучения маленьких детей. Все ж не просто там перебування, так, а навчання. І, до речі, з приводу навчання ми сьогодні ще теж будемо говорити, бо виходить, що ми зараз дітей вчимо якомога раніше. От лише вони народилися, а ми вже їх починаємо чомусь вчити, так? От, Ніна, як ви вважаєте, що треба в першу чергу дати дитині, щоб вона була гармонійно розвиненою особистістю? Добрий день. Юля, ви знаєте, прежде всего, ребенка нужно начинать развивать с того возраста, когда его мозг уже способен воспринять информацию. Да? Поэтому на самом деле родителям было бы полезно посещать обучающие мероприятия, тренинги, собственно, которые проходят вот в тренинговой компании, которую также Ольга представляет, где родители могут обучить тому, как правильно воспитывать своего ребенка, что своевременно нужно прививать. Ну и, соответственно, в рамках детского сада мы тоже объясняем в нашей детской академии, да, что имеет смысл делать, что пока не стоит, вот, и всячески влияем на то, чтобы дети развивались правильно. Так, у вас є така маленька представниця, да. Вона, мабуть, де ходить в дитячий садочок, так? І таке цікаве ім'я цієї маленької дівчинки, її звати Єсенія. Ну, просто неймовірне ім'я, я не знаю, з таким ім'ям можна багато чого зробити в житті, так? Да. Дуже добре, що ви взяли її з собою. Ми говоримо сьогодні про діток. Вони, звісно ж, починають розвиватись дуже рано зараз, діти інші, і часто стається так, що батьки не розуміють, вони ще не встигли за дітьми. Вони не знають, що їм дати і що їм дати в першу чергу. Бо сьогодні вони щось дали одне, а діти схопили, переробили так, як їм потрібно, і видали те, на що батьки не спроможні зреагувати. Ось з цього приводу в мене до вас теж є таке питання. Як ви думаєте, з чого треба починати ось той розвиток дитини, щоб батьки все ж встигли зробити те, що їм потрібно, встигли за своєю дитиною? Ну, на самом деле, перше, це те, що Ніна сказала, то, що потрібно самим розвиватися. Да? І курс возрастної психології, книга по возрастної психології, да? це вот така огромна книга, ну, одна із моїх любимих. І є смисл розуміти, як формується личність, як формуються основні программы. И действительно, мы рекомендуем вначале родителям понять еще до момента рождения, да, ребенка, что нужно, то есть как будет развиваться, потому что личность развивается с момента зачатия. Вот. По поводу того, что дети разные, мы все меняемся, да, то есть мы живем в мире инновационных технологий, и, конечно же, нужно предусмотреть большое количество вещей, да, то есть о многом нужно подумать. Но, в принципе, понимаете, каждый ребенок будет все равно отражать родителей, отражать сильного члена семьи. Поэтому, когда к нам приходят родители и говорят, вот мы прям не знаем, в кого она такая или в кого он такой, почему он так себя ведет, на самом деле это не совсем правильно, да, потому что ребенок показывает сейчас нам, прямо сейчас показывает, да, поведение либо мамы, либо папы.
Поэтому мы просто указываем на то, а посмотрите, пожалуйста, а на кого похоже? А вы уважно дивились. Да, вот, а на кого похоже поведение? А кто-то у вас в семье так делает? А кто так говорит? А кто так смотрит? И оказывается, что это все есть в семье, и ничего там такого вот необычного ребенок не делает. Вот. А в принципе залогом успеха, естественно, является состояние психологическое. Психологическое состояние спокойствия. Дело в том, рівновага что... така повинна бути. У нас есть психологическая некая такая пуповина. Если вот физическую пуповину при рождении обрезают, да, и вот ребеночек с одной стороны вроде как самостоятельный, но это очень относительно, потому что эмоционально ребенок будет связан с родителями и особенно с мамой до 9 лет. Вот к 9 годам, скажем так, вот срезается некоторая эта пуповина эмоциональная. До этого момента ребенок переживает все чувства, которые переживает мама. Вот поэтому очень важно здоровье мамы. То есть мы смотрим за психологическим здоровьем мамы, папы, ребенка, преподавателей, ну и, соответственно, за своим, для того, чтобы просмотреть здоровье вот их всех. Скільки складних нюансів, так, у вихованні, здавалося б, нічого не складного, але треба враховувати усі складові, бо, ну, без цього ніяк. З приводу того, що зараз багато батьків вважають за потрібне, ну і це пов'язано з багатьма такими моментами в їхньому житті, вважають за потрібне не вести дитину в дитячий садочок. І, ну, можливо, там років до 6 дитина разом з ними. От я, Ніна, хотіла вас запитати, як ви вважаєте, чи це правильне рішення? Дитина нібито і соціалізується, вона виходить на вулицю, вона грається десь з дітками, з іншими, але ж вона не знаходиться в колективі і не знаходиться от так постійно, як ті діти, які вже відвідують дитячий садочок. Можливо, з одного боку це правильне рішення, а з іншого боку і чогось не буде вистачати цій дитині. Знаете, я считаю, что все абсолютно индивидуально. То есть родителям имеет смысл смотреть на своего ребенка, пробовать, да, а дальше смотреть, как ему комфортно. И делать выбор в пользу садик, няни или просто нахождение дома. Вот, так, чтобы малышу было комфортно. Мы в рамках нашей организации стараемся максимально, да, договориться со всеми нашими воспитанниками так, чтобы им понравилось, чтобы они хорошо коммуницировали друг с другом, чтобы им нравилось, чтобы им было вкусно, полезно, вот, чтобы знания были для них открыты, и они с удовольствием их получали. Да? Поэтому, в общем-то, вот, персонал у нас очень такой внимательный, с прекрасным образованием, педагогическим, психологическим, да, и мы огромное внимание уделяем вот каждому аспекту, каждому моменту, который может повлиять на то, чтобы ребенку понравилось у нас. Ну, это не главное, так? Мы рекомендуем с трех лет, вообще, с трех не, практически, не, да, просим не, вот не побыть, да, то есть, а вы знаете, вот к нам Есенечка как раз пришла рано, она пришла в 2,7, и вот какое-то время, 2 недели, она просто все время пробыла у няни на руках, плакала и говорила, где же моя мама, где же моя мама? А пока Нина психологически не поработала с мамой, не успокоила маму, да, то есть вот мамино состояние не давало ребенку расслабиться у нас. И когда это все состоялось, получился прекрасный момент, и Есения уже через несколько дней после их проработки других деток успокаивала, говорила, да ничего, сейчас мама придет. Но при этом у мамы было воспоминание, связанное с детским садом своим, ее. Да, негативное. И негативное отношение к детскому саду. И вроде бы она пришла к нам, она нам полностью доверяла, она побыла с нами какое-то время, она все увидела. Но вот все равно было состояние. И вот, собственно, когда мы брали состояние у мамы, да, ребенок начал иначе реагировать на обстановку. Ви знаєте, це, мабуть, стосується кожної мами. Кожна мама буде переживати, хвилюватися. Вона буде думати про свою дитину. Ну, а як же? Вона все життя, ну, скільки з народження, вона її тримала на руках, вона з нею і їла, і спала, і готувала, і працювала, і все разом, так? А тут вона просто її віддала. І кому віддала, нібито подивилась, нібито люди непогані. Але наскільки можна довіряти тим людям, які не знають, що ця дитина в даний момент хоче, на що вона хоче звернути увагу. Тобто це насправді дуже так серйозно. І, мабуть, не випадково батьки хвилюються і рекомендують спочатку там на годинку, на дві залишати дитину, потім трошки більше. І ось так до того часу, поки дитина вже почне сама із задоволенням йти в дитячий садочок.
Ось, і знаєте, часто, коли так переживають батьки, я й сама так хвилююся зараз, тому що теж пережила цей період. Я пам'ятаю, як це було, коли ти віддаєш дитину, ти не розумієш, ну, що все нібито добре, але насправді все одно те хвилювання залишається. То які ваші рекомендації батькам в першу чергу, мамі? Ну, если, да, родителям. Ну, во-первых, в принципе, когда родители принимают решение, отдавать детский сад или нет, да, то есть вот еще раз наша рекомендация с 3 лет желательно это делать. И дальше есть смысл понимать собственные критерии, критерии выбора, да, то есть что мы хотим для себя в первую очередь, как для родителей, и как, какое мы хотим учебное заведение, что там должно происходить с нашим ребенком, да, то есть вот как мы понимаем, что было бы хорошо. И было бы, конечно, идеально, если бы родители понимали, что нужно самому ребенку сейчас, вот именно в этот период времени. И по этому критерию, да, вот по этим критериям, скажем так, желательно их написать, выписать прямо, и подбирать детский сад, да, то есть приходить в какую-то организацию, да, которая была бы выбрана, и смотреть, то есть, есть критерии эти, то есть согласно вот нашему списку, да, то есть мы сможем... Та можна написати скільки вот всього, это, да. Але нічого не буде співпадати. Є такі батьки, які дуже багато вимог виставляють. Ви знаєте, в тому-то і діло, у нас так вийшло, що у нас є такі батьки, і от уже вот нам год сейчас, і вони з удивлением вот на одному з наших больших сейчас мероприятий сказали, що, ви знаєте, удивительно, ми самі понимали, що то, що ми хочемо, це вот, ну, практически невозможно. Нам всі знайомі говорили, що це невозможно, ви не знайдете таке місце. Вот. А поскольку ми з Ніною достаточно большие перфекционисты, да, то есть мы, когда создавали, мы до сих пор, честно, мы не всем довольны, что есть у нас, мы все равно работаем над собой, развиваемся и что-то улучшаем, вот, но родители сказали, что, если честно, вот нам никто не верил, но мы нашли вас, нашли такое место, и вы на все 100% удовлетворили наши потребности и наших детей. Знаете, тут есть інший бік, бо коли дитина завершує там в 6 років, наприклад, ось такий заклад, то їй можна вже до школи не йти. Тому що там буде зовсім інша атмосфера, зовсім інакше ставлення. І дитина зрозуміє, що ну все, я туди прийшла, мені там нема чого робити. Якщо це там дівчинка чи хлопчик, вони мають вже свої якісь критерії, вони вже розуміють, що їм потрібно. А в такому віці діти зараз дуже швидко теж розвиваються, а тим більше ви їм додаєте ще розвитку. А в школі вже цього не буде. І що тоді? Чи є вихід? Треба, щоб і школа теж була іншою в такому випадку. Вы знаете, да, но на самом деле очень много закладывается в детском садике, да, и, соответственно, ребенок умеет коммуницировать, ребенок больше понимает, чего он хочет, потому что цель жизни человека формируется в 5 лет, да, то есть, а это еще садиковский возраст. И, соответственно, вот благодаря тому, что мы много вкладываем в наших воспитанников и даем им также очень хорошие знания по предметам, да, потому что у нас есть в этом году ребята, которые уже поступали в школы, да, и получили очень хорошую обратную связь согласно своей подготовке, да, то есть, скорее всего, они отличаются от своих сверстников, да, то есть они справятся. То есть ми готуємо їх так, щоб вони справились. Готуєте їх до тієї соціалізації, яка може бути в школі. Але ж, знаєте, якщо перша вчителька буде теж так само, як ви, ставитись до дитини, а якщо ні, ось тут теж є той момент, коли батьки у пошуку. І дуже часто шукають одну школу, потім перейшли до іншої, до третьої, до п'ятої. І ось такий перебіг подій стається саме з дитиною. І, ну, батьки переживають, і дитина. Смотрите, мы работаем ведь с детьми, мы на них смотрим, причем мы не просто смотрим, да, то есть мы видим, что есть у них внутри, то есть каждый ребенок уникален, все детки очень отличаются, мы же смотрим за их интеллектуальным развитием, эмоциональным развитием. И, соответственно, через какое-то время, да, уже можно сказать, что нужно будет ребенку в первом классе. И вот то, что мы сейчас делали, мы рекомендовали, да, кому-то мы рекомендовали обратить внимание только на учителя. То есть я объясняла родителям, что должен быть учитель, которому ребенок понравится. И вот они должны буквально вот полюбить друг друга. И вот на этой любви, да, вот мальчик, да, у нас определенный есть, и на этой любви он выйдет. Он выйдет. Да. Он не совсем усидчив, да, он капризен, но я понимаю, что если сложатся хорошие отношения, он на этом выйдет. Сам выйдет. Да, соответственно, а есть другие дети, есть дети с хорошей социализацией, с хорошим поведением, то есть там нужно уже смотреть на большую интеллектуальную подготовку, и сразу можно вести в заведение, где достаточно высокие требования, и ребенок справится. То есть, соответственно, мы даем такие рекомендации, куда нужно, куда не нужно. Кого-то мы, в принципе, рекомендовали, например, вот в этом году по возрасту ребенку пора в школу, а мы попросили остаться
оставаться еще какое-то время с нами, потому что мы видим, что еще не готов ребенок идти дальше. Це дуже правильний підхід. І лучше побути з нами. Тому що насправді от такі критерії, особливо зараз, вони змінюються. Там з 5 років діти йдуть до школи, з 6, з 7. І дуже важко дитині адаптуватися, особливо, якщо вона не готова морально. Це в першу чергу, мабуть, психологічно. Нужно, щоб очень понравилось учиться, щоб от захотілося изучать предмет. Потому что, в принципе, то, что мы объясняем родителям и детям, вся наша жизнь, потом это обучение, абсолютно вся наша жизнь. И вот мы прививаем эту любовь, чтобы захотелось. Захотелось это узнать, вот это узнать, вот это вот объяснить. И, а если это есть, то хорошо. Плюс общаться друг с дружкой, а они все равно будут хотеть общаться. Ось Ніна хотіла запитати, це ви вперше так зараз спілкуєтесь з тими дітьми, які йдуть до школи, так? І вони всі хочуть вчитися. Я вам скажу, першачків, коли запитаєш, чи хочеш ти йти до школи, вони всі скажуть так. А ось за рік, за півроку навіть, вони вже не хочуть туди йти. У них вже зворотній зв'язок пішов інший, і вони вже намагаються втікти і краще до дитячого садочку, чи там до мами, чи додому, чи кудись ще. Як ви думаєте, що там відбувається? Чому так змінюється думка дітей, коли вони так хотіли, всі хотіли вчитися? Можливо, не знали, що то буде. Смотрите, скорее всего, не совсем понимали, как выглядит этот процесс, да? Но, скажем так, опять-таки, что касается тех деток, которые к нам ходят, они много занимаются, у них очень разноплановые занятия. Это и то, что касается развивающих каких-то занятий, да, вот для таких малышей, как Есения, для тех, кто постарше, да, то есть это обучение математике, письму, чтению. Это различные физические упражнения, нагрузка физического характера. Мы много уделяем внимания эстетическому воспитанию. То есть у нас есть занятия по актерскому мастерству, хореографии, техники походки. Да? Скажем так, ребята у нас это изучают, у них очень хорошо получается. Поэтому они на протяжении всего дня учатся. Что касается языков, русский, украинский, английский. Причем мы идем не путем просто урока, а мы идем путем языковых дней, да, то есть где дети у нас погружаются прямо в среду. Поэтому, скажем так, полностью их день, он наполнен познаванием и обучением. То есть у нас они приучаются, что они постоянно учатся. Поэтому, скажем так, у них меньше потом стресс от того, что нужно заниматься, нужно выполнять домашние задания. Потому ну, они готовы, можно сказать, так. Да. Они уже знают, что это такое, как это так учиться. Можно дополнить еще, да, на ответ. Так. Вот мы специально с собой привезли такую вот книгу, да, то есть эта книга была куплена в Великобритании, переведена на русский язык. То есть полтора года потом заняла адаптация этой книги, потому что она адаптирована уже сейчас для нескольких групп детей с различным возрастом. А смысл какой? Да, вот прямо вот в этой книге, то есть это книга по обучению эмоционального интеллекта для деток младшей школы у британцев. Соответственно, это инновационная система, то есть этого нет нигде, это вот есть только в нашем саду и, в принципе, больше нигде нет в Украине, ну и в Великобритании. И прямо в этой книге написано, да, что тот вопрос, который сейчас затрагиваете вы, это вопрос не только украинских детей и не только украинского образования, потому что британские же учителя и пишут, что им нужно справиться с тем, что выиграть, скажем так, выиграть в конкуренции у Индии и у Китая. И, соответственно, нужно разработать определенные программы, и они их разрабатывают, и частично в этой книге есть, для эмоционального интеллекта. Что значит эмоциональный интеллект? Прививаются правильные привычки для обучения, для мотивации, для позитивного отношения к учебе. И на самом деле это действительно большой вопрос, где есть много компьютерных игр. И дети не хотят развиваться. Понятно, потому что кто-то уже вложил миллионы денег в то, чтобы посмотреть в экран, и в экране есть все интересно и все понятно. Зачем еще что-то учить? Не шукати. А тут как раз есть те мотивы, так, поэтому які заставляют. Поэтому есть специальные методики, да, чтобы дети захотели учиться все равно. И, естественно, это психологическая работа, и сейчас все, что мы делаем, все, что мы с вами продаем, покупаем, изучаем, это все основано на нейробиологии мозга. Поэтому до того, то есть я нейробиологию мозга рассказываю детям 10, 11, 12 лет. Они понимают, как работают мозги уже сейчас на животных. Ну, що ж, от з таким підходом, я думаю, все вийде. Наші діти будуть розуміти, що їм потрібно в житті засвоїти. Це, в першу чергу, так, як їм стати цілісною людиною, цілісною особистістю, і що їм потрібно в житті зробити, аби бути щасливою людиною. Ну, це теж, мабуть, одне із найголовніших завдань повноцінної людини. Я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, новаційний підхід, дуже серйозний, прогресивний і сучасний. На сьогодні таких підходів мало, але я сподіваюся, що їх з кожним роком стане все більше і більше. Тож чекаємо вас ще в нашій студії, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.
Thank you.